дыра. Две клавиши осталось. Тут дыра. Посмотреть дыру. Да. Тут дыра. Мама ми. Окей. Это было немного неприятно. Там Санёк был. Чё, кого народ, с вами Шет, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игрушку под названием Аморе. Сейчас я хочу, в общем, чё сделать? Найти кнопку на это... Вот, да-да-да-да-да, вот здесь. На этаже с ремонтом, вот. Сюда нам... О, боже, как залагало. Так, сохранимся. Сохраняемся. Окей, но нам надо не сюда, я на всякий случай сохранился. О, бегать ему, босс. Нам надо вот сюда. Меня, кстати, какого-то хрена не спалили. Здорово! Сначала босс назначил меня в департаменте охраны, но там мне оказалось, я слишком мягкотелый. Я слышал, что Берли стала главой охраны. Говорят, она крепкий орешек. Да. Может, я что-то тут понасобираю? Еду какую-нибудь. Сигары. Вы получили комбо-блюдо. Угу. Вообще как? Ладно, по старинке. Я прохождение эти ваши смотрел? Да. Так. Проходил. Я не буду к нему подходить. А, ну блин, тут можно было пройти, ё-моё. Ой, я тупой. Так. Ага, это. Во, здесь нельзя пройти нормально, без обри. Вы получили часть компьютера. Вот здесь без обри нельзя нормально пройти. Вы получили пиццу. Так, поймать Аморе, потому что он только кнопки умеет собирать. Нам это как раз таки и надо. У нас вот эта вот кнопка, которая секретная, которую я не мог, которую я видел в начале игры, но не мог ее взять. R. Пригодится. Не уверен, что эта кнопка, которая нужна прям. Да, это кнопка, которая не нужна. Класс, я дебил. Я зря сюда шел. Ладно. Окей. А дальше-то нам куда? Мари? Не поможешь? Мари, привет. Привет, младший братик. Частенько видимся в последнее время, да? Ладно, давай садись. Не похоже на тебя отказываться от пикника. И посмотри-ка сюда. Признайся. Вид очень даже ничего такой. И смотрит она на Хира. Так. Почаще так. Ну... Угу. Бейзл. Бейзл пропал, да. Может, он поблизости. Ты знаешь, его лучше, чем мы, Аморе. Собака. Есть так, окей, понятно, тут ничего нового. Значит, выходим отсюда, просто уходим. Из последнего шанса. Выходим, значит. Сюда нахрен. Нам тут не рады. Больше. О! Ну а, пришли куда надо. Юху! Команда снова в сборе! Все по пятюне! Так, кто-нибудь помнит, как мы тут очутились? Слушай, у меня был странный сон. Там были мы, и мы все падали в бесконечную черную дыру. Сразу после этого, бум, я подписал контракт на отказ от всей своей жизни. Ну, как говорится, куда только жизнь не приведет. Так, чем мы так там занимались? Искали Бейзела, что-то такое, да? Да, точно, Гил. Мы ищем Бейзела. Думаешь, Бейзел может быть где-то в последнем шансе? Бейзел без шансов. Бейзел тут бы не застрял. Он что, похож на человека, которому нравятся такие вещи? Даже не знаю, а похож? По-моему, вы нам не подходите.
Почему бы и нам не подходить? Поспрашивайте народ, мы не видели они его. Хорошая идея, Кел. Правда, мы довольно далеко от дома. Не думаю, что кто-то здесь знает, как он выглядел. О, придумала! Может, нарисуем его? Тогда люди смогут узнать его по рисунку. А вы двое сегодня блещете хорошими идеями. Звучит как план. Класс, я начну. Думаю, плохо получится. Что это такое? Совсем не похоже на Бейзела. У Бейзела вот такие волосы. Нет, погоди. Так тоже не похоже. Эй, что ты делаешь между Дебром? Из каких пор у Бейзела такой большой нос? Так, ладно, гляди, дайте гляну, что получается. Да уж. Бейзел, правда, так выглядит? Не могу смотреть. Да покажите! Хири положил плохой рисунок в твой карман. Что ж, получилось не очень. Не расстраивайся ты так, Обри. Сейчас я потише сделаю, а то я что-то ору, я смотрю. О! Не расстраивайся ты так, Обри. Мы и сами Бейзела найдем. Ага, все будет хорошо. Мы много где еще не искали. Почему бы нам не поскорило бы к колодце? Туда можно доехать на такси. У последнего шанса всегда стоит хоть одна машина. Окей. Я прям боюсь, что я кнопку пропущу, потом придется сохранение скачивать. Знаете ли, мне это неохота делать. Так, такси, вот. Здрасте. Надо подбросить обратно до глубокого колодца? Все что угодно для правой руки босса. Спасибо. Спасибо, молодой человек. Что скажете? У тебя реально есть трое друзей? Лады, тогда давайте приезжайте, пробегайте. О, нормально. Давайте тут походим, может что-то будет. О, кнопка! Я нашел кнопку! Подводное шоссе. Да ты кнопку увидел. Сейчас главное кнопку взять. Ничего другого. Все, пошли. Кнопка самая важная. Здрасте. Эй, это там что, душечка? Привет, душечка, помнишь нас? Мы тебе свадьбу чуть не сорвали. Что? Опять эти четверо? Почему вы все время появляетесь у меня на пути? Здрасте. Так, как тебе живется замужем? Ха, к черту замужество. Я уже давным-давно разорвала отношения с этим жалким подобием капитана. О. Но... Ваша свадьба состоялась буквально вчера. О, нет. Значит, вы с космомужем... Теперь он космобывший муж. И мне не до него... Фу, у меня до него нет никакого дела. Бедняга. Увы, я вернулась туда, где и была. Очевидно, да, что моего идеального избранника попросту не существует. Нахера, не смотри. Не говори так, душечка, уверена, где-то на свете живет твоя вторая половинка. Сейчас начнется. А, мой милый Хира, да. Как и я жаждала услышать твой голос. Хира, беги. Но нет, вынуждена воздержаться. Я уже избрала свой путь. Искать суженого для меня слишком старомодно. Так что я решила его создать. Что? Создать избранника? Разве это возможно? С деньгами обычных людишек нет. Но для богатой особо, как я, ограничений не существует. Туда, куда я отправляюсь, смогу попасть только богатые вроде меня. К семье морских ведьм, специализирующихся на клетках с особыми запросами. Меня пугает это. Счастливо оставаться, простаки. Я опаздываю на встречу. Ага. Давай, уходи. Так. Нам за ней идти? Или как?
Мне кажется, что тутушка бывает только один. А тушечки бывают только одни проблемы. Да. Когда речь заходит о катастрофах, от нее отдельная весовая категория. Все, мне просто кнопка нужна. Пропустите. Воу-воу-воу, куда торопитесь, дружище? Отойдите медленно. Это платная дорога, видишь? Выкладывай гребешки или проваливай. Да ладно. Эй, привет. Рад встрече. Вы хотите воспользоваться проездом? Ну хорошо. Но раз зашла речь, давайте сделаем это дело веселым. Почему бы не оказать услугу и не крутануть крыльцо? Давай. 622 гребешков? Счастливое число, скажу я вам. Оно же будет вашей платой за проезд. Будете платить? Да. Как насчет еще раз Нет. Ох, какая жалость. Не покрутите, не выиграйте. Падла! Да, вроде есть. Как насчет еще раз крутануть колесо? Отмено крутанул, дружище! Ваше... О, ух ты, ё. Да. Так, погодите секунду. Числа не сходятся. Нужно снова крутить. Да ёперный ты театр! Отменно крутанул, дружище! Ты падла! Санс, это ты! Ну да, у меня деньги-то есть. Обожаю это слышать. Приятно видеть с вами дело, неудачники. Пропускай. Я за кнопкой. Мне нужна лишь кнопка. Хочешь, чтобы я открыл это, а? С удовольствием. Этого будет... Да ё-моё, меня грабят, Санс! Вы умный... Хе. Как конфетку у ребенка отобрать? Да ё-моё! Дайте пройти, молодые люди. Аллигаторы. Кнопка, я иду! Наверное. Спит. О, где я? Вот черт! Босс, я не спал, я просто... А, вы просто куча ребят. Держу пари, вы хотите, чтобы я дорогу открыл? Я буду честен с вами, плата за проезд завышена. Это обойдется вам... Ну, я бы поискал обходной путь, и буду я вами. Ну что? Пойдет? У вас... Ага, падла. Ладно, обходной путь, так обходной путь. Может, еще гребешки на... Ага. У меня обри на секунду исчезает. Ох, вот ее! Инфаркт. Здрасте. Зайчик. А, у меня... Я побегу, пожалуй. Не, я сваливаю. У меня все плохо с хпшкой. Жизни джем, класс. Ух ты, боже. Я забыл подхилиться у Маринки. Давай, до свидания. Все, молодец. Я победил. Сколько гребешков? Я сваливаю. Я, пожалуй, не буду использовать обходной путь. Ну-ка, а чё там? О, божечки. Да ну нафиг. Мне нужно взять кнопку. Сколько вообще стоит? Уважаемые! Да! Правда? У вас так вот есть столько свободных денег? Должно быть, вы в них еще и купаетесь. Ладно, и проезд открыт. Давай! Все! Наконец! Мне о море надо взять. И кнопку надо забрать. Все! Все, что надо, я сделал. Во, дыра. Две клавиши осталось. Тут дыра. Посмотреть дыру? Да. Тут дыра. Мама мия. Охренеть. Окей. Это было немного неприятно. Там Санек был. Пожалуй, держитесь подальше от моих иголок. Спасибо. Ладно.
Из-под земли выглядывает щупальца. Ох ты. Так, а там что? Это конец дороги. По-любому же пасхалка есть, а? По-любому там сейчас будет этот одноглазый хрен. Я ж знаю. Маринка. Ага, сюда мы не идем. Маринка, подхиль нас. Папа. Отлично. А, пожалуй, я сохранюсь. Так, я что-то подобное видел. Сейчас. А, ну то есть тут клавиш больше нет. Хорошо. Тогда не страшно. Через пропасть протянута веревка. Веревочный мост. Хотите пересечь? Да. Кнопок тут больше не поблизости нет. Так что уже хорошо. Так, ну я проверю. Я кое-что все же проверю. Все, я проверю, что надо. Все нормуль. Охренеть. Водичка. Сейчас же по-любому проснемся. Опять. Вот по-любому. Нам нехрен делать. Сейчас опять в реальный мир попадем. Вау! То вы только взгляните на это место! Тут так много крутых растений. Спорим, Бейзелу тут понравилось. Бейзел. Ему бы тут понравилось. Правда, ребят? Да. Только бы понравилось. Точно бы понравилось. Чего? Что такое? Слушайте, у меня серьезный вопрос. Тут кто-нибудь помнит, как Бейзел выглядит? Ну я? Почему ты спрашиваешь, Хира? Смотрите. Бейзел. Бейзел любит ухаживать за цветами. Так. И фотографировать друзей. Он искренне спокоен и вежливый. И даже когда он расстроен, он всегда улыбается. Остальное начинает потихоньку забываться. Саня, ты там что делаешь? Мне страшно представить, почему ты забываешь Санька. О, Бейзела. Василия, во. Все в порядке. У меня тоже Хира. Я вроде бы еще скучаю, но трудно вспомнить почему. Но это все ведь ничего не меняет. Даже если он нас подводит память, мы все равно должны его спасти. Бейзел наш друг. И что важнее, ему нужна наша помощь. Ты права, Обри. Но мы слишком долго пробыли вдали от Бейзела. Но я уверен, мы его найдем. Пока Амори помогает нам не сбиться с пути. Все в порядке. Все это время Бейзел нас ждал. Может, он потерян? Напуган? Или ему одиноко? Готовы поспорить, он бы сейчас не отказался от объятий. Значит, когда мы снова будем вместе, нам всем обязательно нужно хорошенько его обнять. Оу, приятно видеть, как вы двое внезапно с друг другом ладите. Я бы вас обоих сейчас обнял. Засмущались! Чего? Мы с Киллом ладим? О чем ты говоришь, Кира? Что за глупости? Успокойтесь, я просто шучу. Держись, Бейзел, мы уже близко. Мы скоро мы все будем вместе. Что делать? Ага. Ух ты. Нормально. Это что? Это растения какие-то. Окей. Мы не можем бежать. Это уже напрягает. О! Так. Мы в какую-то жопу идем. Определенно. Сейчас надо еще идти искать выход. Ух ты. Здрасте. Со временем ценности меняются.
Тебе пора бы выбрать, что оставить, а что бросить. Не у каждого есть этот выбор. И почему я не могу бежать? Было бы куда лучше, если бы я бежал. Не думайте, не? О, здрасте. Я не заметил. Ноль. Люди — коллективные существа. Твой предел — то, что тебя определяет. Что делает тебя человек? Все? Да, ага. Значит, надо идти назад. Класс, сейчас будем туда-сюда ходить. Сейчас же по-любому проснемся в реальном мире, чё? Так было всегда. Ну, я, конечно, не совсем уверен, что прям в реальном мире, но... Всё может быть. О, арбуз! Вы получили за жизнь джем. Класс. Ничто. Когда настигают проблемы, всегда есть выбор бежать от них. Но однажды ты обнаружишь, что бежишь в одиночестве. Не ломайте психику человеку, слушайте. Серьезно, у него и так она сломана. О, тут так, тут пещера. Солнце светило ярче, когда она была... Я вспомнил, что было на могиле написано. На могиле Марии я вспомнил, что там было написано. Воспоминания с... Ух ты. По-моему... По-моему, все идет немного не по тому месту. Я серьезно. Уже и сам Санни начинает с ума сходить. Так, а там что было? Жалко, я плыть быстрее не могу. Ну, серьезно. Понемногу он начинает сходить с ума. Добрый день! Качели. Я видел тебя, падла. Я тебя видел. Я тебя видел. Но мы сейчас по-любому проснемся. Что еще делать-то? Уже даже этот темный Бейзл объявился. Хотя он в начале снов, сначала этого сна тоже объявился здесь. Ну и нахрен иди. А! Понятно. Мамма мия. Это чё? Кажется, мы зашли в самые недры кошмаров. Я по-другому это объяснить не могу. Краснолгазый Санёк там тоже был в начале. Чё, мы идем? Окей. Когда я взаимодействую с ними, они издают забавные звуки. Еще и музыка играет. Ладно. Мне с ними нехрен делать. Хорошо, идем в рот огромному монстру. Корзинка. Пока продолжим, потому что уже интересно что-то начинается. Кит! Охренеть! Так, ну тут вроде ничего нет. Добрый день. Привет, кит, друзья. Зовут меня Хамфри, что привело вас в мою скромную пещерку. Здравствуйте, Хамфри. Мы просто кое-кого искали. Прости, если помешали. О, нет. Ни в коем случае, дети. Я люблю гостей. Вы на самом деле уже вторые гости за сегодня. Первая была девушка. Очень громкая девушка с большущим красным батником. Звучит как кое-кто, кого мы знаем, разве нет? А душечка тоже здесь? Где она? Хм, где же она? Где же она? На языке вертится. Няк-няк!
Это шутка, шутка. Она внутри меня, смехнули? Она внутри тебя? Вот молодец! Все, пусть она там и останется. Ну да. Она навещает моих гостей. Во мне живет семейство морских ведьм. Мы проводим вместе время, болтаем и хихикаем. Так забавно слушать их об их ежедневных выходках. Иногда они бывают так любезны, что дают мне угощение. Я для них это гораздо удобнее, так как, видите ли, они ближе к моему животу, чем я. Кстати, я уверен, что они обрадуются новым гостям. Вот. Я пощу вас для вас мостик. Нормально. Прошу прощения. Похоже, с первого гостя у меня несварение. Нормально, внутрь кита? Бляк! Окей, ну выбора особо, я как понимаю, нет. Помчали. Ух ты. Тут целый... Хамфри! Окей. Меня больше смешит этот. Ого, брюхо Хамфри огромное! Похоже, тут будет легко заблудиться. Спорим, если я закричу, будет... Эхо! Эхо! Эхо, эхо! А! Откуда ты взялся? Кости, прошу вас, в моё логово. Кита, прошу в моё логово. Не ожидали меня увидеть? Я здесь всегда. Я внутри себя, во всех сторон. Ух ты, боже. Я везде. Или только я здесь. Ого, круто, тень, Хамфри. Вот бы я так убил. По-моему, это довольно противно. Согласен. Ого, как грубо. Да ладно, это противно. Фу, господи. Так, много путей. С кого бы начать? Вправо, влево, вверх, вокруг. Какая разница? Все ведут вперед. Просто выберите все, все просто. Так. Мне бы хотелось подойти к этому. Видите, я Хамфри. Ваш приход в закрытую часть Хамфри, а.к.а. логово слизи девушек. Строго говоря, я то, что вы, люди, называете лифтом. К сожалению, мы не можем проводить только одну встречу за раз. Поэтому вам придется подождать в своей очереди. Или, если вы найдете мне склейскую карточку, я могу подергать пару ниточек. Няк-няк. Понятно. Ну, нам вперед. Или нет? Нормально, мы на лодочке. Ю. Как-то тут противно. О, монстр. Да. Ты чё? Ты кто? Пузырь соплей. Бежать я могу, класс. Спасибо. Во! Там арбузик. Бежим, 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 бежим. Хамфри, здорово. Эй, зацените, люди! Знали ли вы, что Хамфри достаточно сильный, чтобы выдержать так течение водопада? Смотрите! Ой-ой. Похоже, что этот был исключением. Ничего не поделаешь. Всего лишь естественный отбор в действии. О, знаете что? У меня есть идея. Думаю, если мы соберем достаточно Хамфри, тогда мы сможем воспользоваться эту... на ту сторону. Эй, я это хотел сказать. Ладно, идея хорошая. Маринка, здорово. Так, Амори, я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь про себя. Вау, сестренка, странное место и выбрал ты для пикника. Что ж, позволь мне кое-что сказать. Возможно, обычно и соответствует устраивать пикники только в нормальных местах, типа лесов или лагерей. Но также, это также неинтересно. Что если я хочу узнать анатомию кита прямо во время еды? Что тогда? Расширь свой разум, Амори. Мне нужно подавать хороший пример своему порой скучному младшему братику.
Окей. Сохранимся. И закончим на этом. Все же ничего не будет. Да. Ничего она больше не будет говорить. Так что давайте на этом и завершим. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь, если вам понравилось это видео. С вами был Шэд. И всем до скорого.